Так, значит, передвижение на VASD — это стандарт. А F получается, чтобы использовать. Ой, нет, на F получается это удар. Е, чтобы использовать. Хорошо, я запомню. Хорошо. Эй, привет, путешественник, и добро пожаловать в Светлолесинск. Сначала я не поверил своим глазам, когда увидел тебя вдалеке. У тебя взгляд настоящего героя. Настоящие герои как раз нужны... твою мать! Ой, ёлки ж зелёные, брошка, извини! Уклепал прям в ухо, почему в ухо? Ой, извини, я не думал, что это кнопка атаки. Я совсем не хотел тебя ударить, извини. Ты точно не хотел? Не-не-не-не-не-не, я новичок в этой игре, я еще привыкаю к управлению. Ну ладно, что ж, видимо, я сделал вид, что не заметил. Еще раз, сильно ладно, извини. Ничего. Пожалуйста, продолжай. Ну что ж. Итак, как я и говорил. Так, на чем я остановился? О, точно. Итак, мне нужно, чтобы ты отыскал меч моего деда и вернул его мне. Он должен быть в шахте, которая на окраине Светлолесинска. Если ты найдешь этот меч, это поможет снять проклятие. Извини. Я просто рассказывал тебе о своем умершем прадеде. Говорил, что он умер, говорил, что он умер. Это случайно, я не хотел. Ты просто поехал. Пожалуйста, извини. Зарядил. Надо ж. Очень извини. Я все еще не запомнил управление. Клянусь, я не хотел тебя ударить. Как вообще можно случайно уработать кого-то по лицу? Я просто все еще не привык к разнице между F и E. Ударить или использовать в других играх, понимаешь, по-другому. Вот гадом буду, это больше не повторится. Ты обещаешь? Вот тебе крест. Ну, раз уж ты пообещал, да. Я продолжу. Спасибо. Ты не помнишь, на чем я остановился? Мне кажется, у меня небольшой сотряс. Так, не могу вспомнить, как меня зовут. Так, хорошо, кажись... Мой дед был героем всего Светлолесинска. Вернув мне его меч, ты очистишь не только проклятые земли Светлолесинска, но и мое сердце, которое запеленила тьма с момента его смерти. Путешественник, твой лик излучает искреннюю, чистую душу. Примешь ли ты этот квест? Вот же ж, блин!